Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Russian Fear. Сегодня мы с вами продолжаем играть в игру No Man's Sky. Я в прошлой серии, мы занимались строительством, я строил ячейки для посадки. Я маленько переделал и вот поставил больше ячеек самих, но не все посадил. Потому что не хватает у нас много чего, в принципе. Этим мы займемся как-нибудь в другой раз. Так, выход-то у нас тут, к кораблю ближе. Так, пройти так насквозь нельзя. Сегодня мы полетим по заданию нашего ученого. Он нам на карте где-то вот, наверное, да? Монолит открыл. Открыл какую-то фигню и сказал, лети туда, сам разбирайся, мол. Давайте попробуем с этим разобраться. Что тут будет? Словечек заодно подучим. И что-то этот камень должен нам дать. Так, ты где включаешься? Как работаешь? Камень. А, наверх, понятно. Давайте посмотрим, чего тут ученый не смог разобраться. Знание получено. Предо мной возвышается монолит. В его отполированной до блеска поверхности скрыты древние тайны. Меня окутывает синее свечение. И внезапно я вдруг все понимаю. Мой ученый не ошибся. Принять знание? Я не очень верю в различные суеверия, но на всякий случай решаю поскорее отойти от таинственного артефакта. Изучена новая схема, изолирующий гель. Многоцелевой изолирующий гель, защищающий проводку от воздействия погоды, радиации и износа. Понятно. Так, тут рядом ничего нет, чтобы нам могло пригодиться. Плутоний, ничего нет. Цинк там потом пособираю я. Полетели к нашему ученому. Углерод у нас есть, все хорошо. Сделаем для ученого эту вот хрень, гель. Изолирующий. Почти нормально припарковался. Привет. Так, что нам надо для геля? Где он вообще? Изолирующий гель. Тимерий спондоний. Но это тоже у нас все есть. Слава богу. Тимерий спондоний. А сколько тебе геля-то надо, кстати, ученый? Давай узнаем сразу у тебя все. Если мы имеем дело с подвижными частями, без хорошей смазки не обойтись. Если тебе не нравится запах, думаю, я смогу кое-что сделать. У Корвакса в свое время был блокатор, способный нейтрализовать любой, даже самый сильный запах. Кубы единства Корваксов могут содержать информацию о том, как собрать такой блокатор. Хотя, с другой стороны, ты сможешь и дальше зажимать нос.
Жду не дождусь, когда мой ученый наиграется с химией, а пока же мне приходится знакомиться с его новым проектом. Новой моторной смазкой, плотно зажав нос, я с радостью берусь за новое поручение, ведь это позволит мне хоть ненадолго убраться подальше от его нового проекта, а самое главное, когда я достану куб единства Корваксов, который мой ученый просит меня найти. Он сможет с его помощью придумать, как избавиться от этих ужасных испарений. Ну, по-моему, у нас есть куб, насколько я помню. Вот это же он имел в виду. Будем надеяться, что он это имел в виду. Куб единства. Это не то. Давайте подумаем, где может быть у нас еще куб единства. Это Вортекс куб. Так, тут нету. А вот, у нас их дофига, этих кубов. По идее. Что-то знакомое, думаю. Хоть жопой ешь эти кубы. Привет. На тебе куб. Вот тебе куб. Спасибо, но боюсь, вся эта затея оказалась напрасной. Пока тебя не было, я сам понял, как нейтрализовать запах. Смазка. Изучена новая схема продукта. Синтетическая смазка, уменьшающая износ подвижных частей различных устройств и продлевающая срок их службы. Мордит нужен. Понятно, отлично. Так, тебе-то что надо? С тобой давно не говорили. Платы надо, да? А платы у нас как делаются? Конденсий антри. Вот эти же платы ему надо. А нет, это плита, вот плата. Плата из цветного металла, медный провод. Ригоген. Антри конденсий. Понятно. Ригоген и антри конденсий нам надо. Ригоген, антри конденсий. Давайте соберем. Антри, а ригогена у нас нет, да? Или есть? Нет, есть ригоген. Так, чтобы собрать конденсии еще надо, да? Конденсии. Конденсии. Ну, давайте мастерить. Так, значит. Чтобы собрать одну, надо одна и одна. Готова плата. Пойдемте. Автономный сборщик ресурсов будет выполнять всю тяжелую работу в твое отсутствие, но поверь мне, это только начало. С достаточным количеством плат я смогу создать самые разные устройства, но по этому вопросу тебе лучше подойти к научному терминалу. Так, ну вот у меня есть плата. Превосходно, вот чертежи для АСП. Автономный сборщик ресурсов. Ресурсов мобильное добывающее устройство. Автономный сборщик для добычи ресурсов. После активации АСП начнет самостоятельно извлекать
собирать минералы и продолжает работать, пока полностью не истощит месторождение. Вольт-ячейка, изолирующий гель, медный провод. Так это отлично. Давайте сделаем, наверное, сразу такой, да? Так, нам надо вольт-ячейка. Так, где он вообще, эта хрень? Вот изолирующий гель спондоний тимерий нам надо, да? Спондоний тимерий. Делаем гель. А где эта херовина-то находится сама? К строительному терминалу. Любое жилище определенного размера должно иметь посадочную панель. Мы должны быть всегда готовы принять гостей. Комнаты уже готовы. Мой строитель сегодня поймал меня в западню. Стоило мне подойти к его терминалу, как он начал заваливать меня просьбами построить на базе посадочную панель. Что-то насчет того, что мы должны придерживаться определенных правил и выглядеть достойно. Возможно, это как-то связано с культурой его народа. Мой строитель уверяет, что база такого размера, как наша, просто обязана иметь посадочную панель. Построить три основные комнаты. Но это мы попозже. Попозже этим займемся. Мне надо понять, как нам создать-то эту вот хрень. Здесь нет. Смазка и все. Тут тоже нет. Здесь тоже нет. Здесь тоже нет. Здесь тоже нет. А здесь всякая хрень, да? Строительному терминалу. Ну вот же строительный терминал. И как мне это сделать? Или что-то надо построить? Строительный терминал. Вот он и есть. Оружейный, научный. Непонятно. В технологиях тоже нету, да? Давайте на корабле посмотрим. Технологию нет. Технология это на корабль ставится. Создать продукт. Могу понять. Так, вольт-ячейка, изолирующий гель я сделал. А что дальше-то? Не понимаю. В мультитул вряд ли, я думаю, да? Мультитул может это ставить, штука? Нет.
Да, задача, надо разбираться. Так, когда работаешь со взрывчаткой, ошибки недопустимы. Я бы мог стабилизировать эту формулу, но мне нужен рубий. Этот элемент встречается только в системах с красными звездами. Может, у тебя немного осталось? Чем быстрее мы справимся, тем скорее мы сможем расслабиться. Сегодня мне сообщили, что мой ученый начал экспериментировать со взрывчатыми веществами. Подходя ближе, я слышу, как он сердито ругается на своем родном языке. Пытаясь успокоить его, я предлагаю свою помощь. В ответ ученый говорит, что небольшой запах рубия не только упростит его работу, но и сделает ее более безопасной. Нет у меня рубия, к сожалению. Спасибо. Если по возвращении увидишь дымящийся кратер, значит уже слишком поздно. Понятно. Давайте так попробуем. Технологии или что это должно быть? Свет, фермерство, технологии. Но здесь я не вижу ничего подобного. Это украшение. Терминалы специалистов, части комнаты. Цилиндрическая комната, инфраструктура, контейнеры, рисунки. Но непонятно. Ладно, разберемся потом. Так, давай с тобой разбираться. Посадочную панель, это понятно. Так, три комнаты, какие мне надо построить? Построить три основные комнаты. Три основные комнаты. Нам надо, значит, железо, да? Насколько я понимаю. А это склад? Нет. А вот это не строительный терминал? Нет, не строительный терминал. Так, ладно, давайте тогда пока все это дело уберем. Что у нас тут есть? Ну вот сюда давай тогда изолирующий гель положим еще. Сюда регаген. Сюда конденсию берем. Ну вот, вольт ячейка нам не мешает. Железо, ладно, пусть там останется на базе маленько. Пойдемте нового добудем по-быстрому. Или подойти к месторождению, может быть, и там появится. Или как это все делается, не пойму пока что. Сколько нам надо металла-то? Вопрос. Надеюсь, хватит. Нам надо три комнаты, да? Три комнаты. Так, давайте подумаем, как их сделать-то. Наверх делать? В принципе, наверное, можно наверх. Почему нет, да? Цилиндрическая комната. Хлобысь. Тут сделаем лестнику вверх. Так, блин, не так. Повернуть. Вот так. Вот так вот, раз, сюда, да? Стоп, я говорю раз.
Так, сюда мы поднялись, да? И теперь давайте стекло Гериди. Обойдутся они, да? Я думаю, сюда либо сюда, а прямо никак. Вот сюда вот. Ну, туда нет. Ну, давайте сюда делать. Вот так вот. Так, вот это у нас две получается. И вот так вот три, насколько я понимаю. Сделали три комнаты. Готовы комнаты, конечно. Да, комнаты готовы. Чудесно, вот чертежи. А я пока подготовлюсь к приему гостей на всякий случай. Изучено так. Вольт-ячейка, плита, смазка. Ну, в принципе, вольт-ячейка одна уже есть, да? Строительный модуль, опять же, пишут. Нет, инфраструктура. Нет, контейнеры нет, нет. Нет. Вот. Посадочная. Сканер сигналов, точка сохранения, маяк. Две вольт-ячейки, 10 плит из цветного металла и одна смазка. Так, ну давайте сделаем. Две вольт-ячейки, одна у нас есть. Вольт-ячейки у нас делаются из чего? Из антрия. Делаем вторую вольт-ячейку. Так, 2 вольт-ячейки, 10 плит из цветного металла. Плита из цветного металла. Антрий конденсий. Десять плит. Раз. Ага, антрия нет. Ну что ж, пойдем за антрием тогда. Как наша база теперь выглядит? А, ну в принципе да, так и получилось, как я и хотел. Надо будет их потом покрасить и вот сюда вот продолжить просто кубическую комнату. И все нашу, будет все выглядеть нормально. Антрия сейчас по-быстрому соберем. Так, где тут антрий светится? Пойдемте, в принципе, залезем вот сюда. В пещерах же должно быть много антрия, я думаю. Вот он где-то светится, а где вот? Так неудобно антрий искать вообще. Когда он так растет, это удобно. Так, сразу же плита.
Раз, два, пять. Шесть. И конденсия нет теперь, блин. Ну ладно. Давайте на этом будем прощаться тогда. А в следующей серии я все соберу для посадочной площадки и разберусь, как строить сборщик для металлов и тому подобных вещей. Давайте посмотрим обломки пока здесь, коли рядом. Но это нам не интересно. И на этом тогда будем прощаться. Спасибо, что провели это время в моей компании. Надеюсь, вам понравилось. Советуем вам попробовать поиграть в бесплатные онлайн игры, отобранные нашим каналом специально для вас. Ссылка с описанием игр будет под этим видео. Буду очень благодарен, если вы подпишетесь на канал, а также лайкните и поделитесь этим видео. Конечно же, если оно вам понравилось, также вступаем в группы ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники, чтобы быть в курсе всех новостей о моем канале. Ссылки на все мои группы, а также на игры вы найдете под этим видео. До свидания.